Привет, на связи Like Georgia. И сегодня мы проедемся по отелям в Тбилиси, которые входят в базовые туры, для того, чтобы убедиться в качестве номеров, а также услуг. Вот такой большой балкон, очень красивым видом на еще не проснувшийся Тбилиси. Пойдем в спальню. Очень удобные номера, комфортные. Тут вид еще круче. Идем посмотрим Urban Hotel Boutique. Вначале нас встречает вот такая супер стильная лобби. Даже с вот таким практически камином. Тут можно отдохнуть, поработать или сделать крутые фотки. На другой стороне вот такой интерьер. Замечательные зайцы в виде стульев. Как мне кажется, очень креативно. Вот стойки ресепшена. Можно пройти в сторону лестниц, лифта и уже номеров. Ну что, пойдем посмотрим номер. Проходим. Обязательно вставляем карточку. И справа нас встречает ванная. Очень светлая, такая вся чистенькая, полотенчики, шампунчики, большая, очень душевая кабина, тоже очень чистая и очень светлая, очень все аккуратно. Пойдем в спальню, очень светло, вот такой классный дизайн на пледах, подушках, картина старого города. Чайничек, вода, стол, но самое главное в этом номере – это, конечно же, балкон. Идем посмотрим. Вот такой большой балкон со своей мебелью. Сюда можно заказать завтрак и наслаждаться солнцем, прекрасно проводить время и отдыхать. Вот такая красота. Пойдем посмотрим еще один номер. Он немного отличается от предыдущего. Покажу, чем. Заходим. Обязательно также вставляем карточку. И здесь нас встречает ванная. Немного поменьше, чем в предыдущем номере. Но такая же светлая, совсем вообще необходимая. И очень чистенькая. Большая кровать. Большой достаточно гардероб. Уже немного другой дизайн, но все равно выглядит очень круто. И главное отличие – это балкон. Здесь балкон немного поменьше, такого французского типа. Вид вот такой вот. Думаю, когда тут распустятся все деревья, будет очень красиво. А также видно главной достопримечательности Тацминды – башню и колесо. Ночью должно быть вообще супер, когда они подсвечиваются. Приходим в такую зону с завтраками, очень красивым видом на еще не проснувшийся Тбилиси. Также с большим баром. И пойдем смотреть, что на завтрак. Много свежих овощей. Различные колбасы, сыры, обязательно хлопья и фрукты, хлеб и по-прежнему замечательный вид. Зона для завтраков очень большая и тут достаточно мало людей. Здравствуйте всем. Ну, во-первых, хочу сообщить, что наша гостиница работает 24 часа, в любом времени могут ваши гости заезжать в нашу гостиницу. Если у них будут какие-то вопросы, в любом времени позвонят на ресепшн, и мы любое ожидание будем исполнить, если возможно будет. Также ресторан работает с 2 часов до 12 ночи. У нас есть грузинское блюдо, европейское блюдо, так что будете наслаждаться с этим. Мы уже приехали на новую локацию в самый центр Тбилиси. Нас окружают невероятные достопримечательности, а также грузинский колорит. В этом отеле его точно получится прочувствовать. Почему? Сейчас кое-что покажу. Это Hotel Old Medan. И сейчас пойдем его посмотрим. Hi. Зал администрации. И проходим к лифту.
здесь нас встречает большое красивое зеркало и вот такие интересные старинные двери. Так, наш номер 307. В него и направляемся. Прикладываем карточку, обязательно вставляем ее вот здесь. И нас встречает большой светлый номер. Справа ванна. Заглянем туда. О, не очень большая, но очень стильная. С полотенчиками, шампунями, все, что нужно. Большая душевая кабина чистая. Все, выглядит аккуратненько. Вот такой номер в светлых постельных тонах. Большая кровать. Кстати, очень мягкая. Небольшой стол и, конечно же, балкончик. Просто посмотрите, какой открывается отсюда вид. Абсолютно невероятный. На весь город, на канатную дорогу. Очень красиво. Этим можно наслаждаться тут в солнечные деньки. Пойдем смотреть другие номера. Так, этот номер побольше. Это считается как люкс. И посмотрим, что в ванной. Тоже светлая, чистая ванная. Уже чуть-чуть побольше, чем в предыдущем номере. Но, тем не менее, все тоже очень-очень аккуратненько. Вот такой красивый тут дизайнерское решение в плане обоев на эту часть стены. Все тоже очень светлое, очень чистое. Идем на балкон. Вау! Тут вид еще круче. Невероятные. Даже видно в Дацминду и канатную дорогу. Небольшие кафешки. Грузинская музыка из них тоже создает свою атмосферу. И здесь очень большой балкон. То есть вот это все является зоной балкона одного номера. Очень приятная атмосфера. Очень хорошо погружает настроение Грузии. И можно отдохнуть. Здесь проходят завтраки. Когда ешь, можно наслаждаться вот таким просто умопомрачительным видом. Особенно, когда хорошая погода, все видно, горы, достопримечательности. И здесь также открывается крыша. Когда тепло, можно еще и наслаждаться солнышком. Здравствуйте, меня зовут Азор, я менеджер отеля Old Maiden Elysian Bodybuilding Hotels. В нашем отеле всего 31 номер. У нас также есть веранда на четвертом этаже, с которой открывается очень прекрасный вид. Там же происходят завтраки. Также мы сеть отелей, и во всех наших отелях у нас есть как бы услуга прачечной. Как бы ресепшн работает 24 часа, услуга также консьержа и очень много сервисов. Третья локация – это отель Urban Park, буквально утопающий в зелени. Вначале нас встречает вот такая веранда с красивыми зонтиками, где можно отдохнуть и в теплую погоду провести время. Очень интересная и красивая деталь – это растущие цветы прямо по фасаду парка. Но пойдем зайдем внутрь и посмотрим, что там интересного. В первую очередь, это, конечно, большое лобби с ресепшеном, классными деталями и небольшим баром. Но наша цель – пойти посмотреть и номера. Идем. И пойдем на лифте на третий этаж. Нас сопровождает Анжелика. Расскажите что-нибудь об отеле немножко, пожалуйста. Отель открыт не так давно. Очень удобные номера, комфортные. Расположение в парке. Гостям очень нравится. Также у нас, так скажем, широкий ассортимент на завтраки. Мы можем предложить различные кухни для различных народов, так скажем, грузинская, европейская. Это сейчас покажем вам номера.
Так. Пожалуйста. Вот такой семейный номер. Да, семейный. Очень чистый, очень светлый, с интересными картинами. Да. Можете открыть, посмотреть. Вот у нас открывается вот такой вид на парк. Все очень зеленое, даже нет ощущения, как будто ты в городе. А мы находимся практически в самом центре. Здесь также дополнительная кровать. И очень стильная, чистая ванная со всеми необходимыми, всеми принадлежностями, полотенчиками. И выглядит очень-очень стильно. Пойдемте дальше. Пойдемте. Пожалуйста. Вот стандартный номер с двумя раздельными кроватями. Вот такой небольшой, тоже светлый, приятный, с рабочей зоной. С небольшим окном, также с видом на зелень. Очень все аккуратно, и ванная комната, какая? В принципе, находится там же и выглядит так же, совсем необходимым и очень светлая. Хочется отметить еще один факт. Вот так вот стильно, очень модерново выглядит фасад самого отеля. Но именно этот дизайн лишает его балкончиков. Но, тем не менее, виды из номеров красивые, суперзеленые, мы это уже смотрели, поэтому, возможно, это не такой большой минус. К тому же есть вот такая терраса на входе.